Ты веришь в Бога? Ну, нет. Простая покупка. 10 баксов за твою бессмертную душу. И еще нужно будет расписаться на бумажке. Ты согласишься? Эта пауза говорит все, что нужно знать о людях. В этот момент убеждения сталкиваются лоб в лоб со всем психологическим багажом, в который их завернула эволюция и социальные условности. Ты не веришь в религиозную концепцию души, но сомневаешься, продавать ли свою. Между рациональными мыслями и действиями есть пропасть, как между софтом и железом.